Дисклеймер. Привет, я Трейди. Сегодня мы продолжим с тобой ходить в Far Cry Primal. И я посмотрел, почитал, как надо, блять, начать ту миссию. Оказывается, я вообще накосячил, потому что, смотри, ту миссию надо ночью проходить, прикинь, которые следы оленя этого лося. Только надо еще как-то поспать, чтобы включить ночь. А вот как спать, я не помню. Так, карта. Давай посмотрим, может... Давай попробуем сначала в лагерь вообще наш отправиться. Может, там можно будет... Где он вообще? Вот здесь. Может, в лагере у нас получится поспать, потому что пока... Ну, должен же быть какой-то ночлег, вот. Ну, кровать или что вообще? Ну, нет, смотри, а как тут поспать вообще? Странно. Ну и как тут спать, соответственно? М? Так, что ты включаешь? Нет, верни копье. Я не вижу, как спать, но давай посмотрим. Может, это задание все-таки очнулся и даст нам задание. Е, F, Enter. Ему поебать вообще. Пошел в жопу вообще. Ну, я не вижу, здесь можно поспать. Давай попробуем еще. Может, тут эта вот телепортационная точка. Может, на ней можно поспать. Не знаю, ну, или тут тупо телепорт и все. Так, ну, вот какой-нибудь. Ну, на сено какой-то ляж и все, и поспи. Че ты? Нет, 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 здесь нигде нельзя, видишь? Давай посмотрим, может, именно вот такое вот нужно. Рисунок, нет, это не то. Короче, вот это вот задание можно выполнять только ночью. Видишь, там даже зеленым написано дополнительное задание доступно только ночью, вот. А как, сука, ночью? Место для воскрешения, доступ к тайнику, контрольная точка. Нет, а вот как, сука, добиться, чтобы ночь настала? Я не знаю, давай тогда пока день... Пойдем и захватим контрольные... Ну, вот эти вот, например. Да, идти до них будет слишком далеко. Слушай, реально, а что так далеко? Это прям перебор как далеко. Это как-то поближе. Да ну. Слушай, реально слишком же далеко, нет? Давай тогда попробуем для деревни пособирать чего-нибудь. Что тебе нужно? Шкура редкого оленя. Давай пока оленей поищем. Где они здесь? Вот. Вот олень есть, отлично. И нам нужно добыть шкуру редкого оленя. Как отличается редкий олень от обычного, я так думаю, никак не отличается. Просто попадется или не попадется. Вот так. В этом, здесь проблема только в том, что либо попадется, либо нет. Все. Это как, знаешь, маленький просто шанс, что когда ты будешь обычную забирать, тебе выпадет еще и редкая. Давай соберем на всякий случай. Так. Вот присядем на всякий случай. Вон они, видишь, бегают. Отлично, надо подкрасться. Они сейчас убегут. Там какое-то животное за ними охотится. Если что, заберу шкуры. Мне, в принципе, все равно, кто из них убьет оленей. Нихера вы резкие. А куда ты делся? Там, может, чуть-чуть помедленнее, алло. Я их потерял из виду, сука. Сука, она... Ах ты, тварь, все-таки напал на меня, да? Падла. О, олень. Ага, сейчас. Отлично, олень. Олень, стой, стой, стой. Сука, мне на гору опять заново надо будет забираться. Давай-ка. Редкий, редкий, редкий. Две. Так, мясо. Шкура оленя. Звериная шкура. Сука, шкура редкого оленя мне не выпала, видишь? Значит, надо сейчас опять подкраться вот сюда. К оленям. И замочить еще одного. Опа, я слышу, вон он. Сейчас надо выследить, чтобы он... И попасть бы еще, сука, в него. Ну, смотри, он бегает, не останавливается. Я боюсь, я так просто проможу и все. А почему метку нельзя на него поставить, чтобы... Если он даже убежит, я все равно знал, где он. Где он? Там, вон он, вон, 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 вон. А, за ним бежит уже, да? Да, койот. Надеюсь, я его сожрет. Я шкуру смогу забрать спокойно, без этого... Беготни, блин. Тоже тупо придумали, блин, с копьем бегать на оленей. Подожди. Есть, отлично. Нет, не-не-не, пошел вон, пошел вон. Ты мне не нужен. Где олень? Это копье. Мясо, так, 5. Шкура оленя. Звериная шкура. Сука, опять. Мешок полон мяса. Копье. Да что такое? Мне опять не попадается редкая шкура оленя. Шкура редкого оленя, точнее. Давай посмотрим, где они тут еще есть. Так, это какая-то птица? Нет, не-не-не.
Пока я не вижу тут нигде оленей. Так, это что там? Это либо олень спит, либо это камень. И так хрен увидишь вообще, пока в упоре не подойдешь. Главное потом просто быстро среагировать. А это кабан. Ну кабан мне нахрен не нужен. Если он на меня не нападет, я его даже трогать не буду. Мне нужны олени еще. Куда они могли тут разбежаться вообще? Да куда угодно, собственно. Но отсюда я не вижу никого. Так, камень. Тоже ничего не вижу. Но здесь пока не видно. Может, их где-то уже сожрали собаки, а я просто шкуры не могу найти. Ну нет, тогда бы при визоре тоже было бы. Это я буду называть визором. При визоре было бы все равно их видно. Давай соберем камни лишними, тоже не будут. Сланец 4 и вот кремень 2. А, понял. Это мне нахрен в принципе не нужно. Так, я слышал звук. Это олени был? Но отсюда я пока не вижу никого. И в принципе надо дождаться ночи, потому что как ее включить сам, я пока не знаю. Так, сука, 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 сука. Хоть одного есть. А второго... Да вы что, гоните? Подождите, подождите, подождите. Мне даже не жалко для этого дела сделать еще пару копий. Есть. Давай, давай, давай. Копье, так, шкура оленя. Звериная шкура. Сука, редкого оленя не помню. Есть, и теперь... Подожди. Попал. Да, есть. Нет, сука, он убежал, прикинь. Куда? Ладно, хер с ним. Потом его еще найду. Мне главное вот. Пособирать. Так. Есть шкура редкого оленя. Копье. Шкура оленя. Звериная шкура. Предмет невозможно взять, нет места. Шкура оленя. Сука, это вы что, серьезно? А как я должен шкуру редкого оленя найти, две штуки? Может, его мне дадут за ту охоту, которую ночью надо начать? Ну, уже вечереет вроде. Надеюсь, сейчас настанет ночь уже. Но на всякий случай... Я слышу, где-то топчется. На всякий случай еще поохочусь, лишним не будет. Потому что мало ли вдруг выпадет шкура редкого оленя. Но я слышу, он где-то здесь. Ага, вот он. Нет, это шакал этот, мне он не нужен. Да ты гонишь, слышишь? Я даже к нему не успел подойти, уже, он уже напал на меня. Оп, я слышу. Вот, а шкура редкой собаки мне дали только что, ты видел? Я случайно пропустил. Да убери ты. Да, ладно, уже вечереет в принципе. Сейчас надо только дождаться ночи и все. И можно будет еще одно дополнительное сюжетное задание выполнять. Так, я слышу еще здесь. Так, это тоже олени, да? Да. Но они разбежались уже во все стороны. Хотя, но отсюда я не докину. Так, там собаки бегают. Нет, это тоже олень. Нет, это мои солдаты. Так, они охотятся на оленей, но они убегают очень быстро. Нет. Пока уже вечереет. Ой, изготовление, что-то можно изготовить. А зачем мне это? Ну ладно, давай сделаем. На всякий случай, лишним не будет. Кстати, можно и копье прокачать. Редкий южный камень. О, я знаю, где его. Он как раз таки возле нее и водится. Редкий южный камень. Как раз таки там и задание будет, еще и ночь. Сейчас. Редкий южный камень. Давай посмотрим, где он вообще здесь может быть. Вот, сейчас, сейчас, сейчас. Во-во-во-во-во-во-во. Надо, чтобы полностью ночь, я надеюсь, настанет. Вот тогда пойдем искать этого. Так, но сначала каменька. Да. Ну, сейчас я явно уже не найду. Вот. Ну, уже, я думаю, считается за ночь, да? Думаю, да, уже можно засчитать за ночь. Вот. Начать задание. Большой лось. А мне нужен скоро редкого оленя, да? Арчи. Лоси кормятся возле светлячков. Ну, отлично. Так, я слышу, кто-то скулит. Потом, это сейчас, это не сейчас. Заберем на всякий случай. Может, редкий камень попадется. А это северная вообще, да, мне нужен южный камень. Так, ага, да-да-да-да-да. Главное, чтобы кабаны сейчас на меня не напали. А, это не кабаны, это вот эти вот тапиры. Они вообще безобидные. Вот, олень, подожди. Ладно, не буду сейчас охотиться, потому что мне сейчас задание надо выполнить. Да-да-да, я помню, мне вот сюда. Вот, мне интересно, они так... Подождите, большого лося?
Хорошо, подожду. Вот это он, что ли? Да, видимо, это он. Давай, наверное, спустимся немного, нет? Удам охотится на большого лося. Убейте лося и снимите с него шкуру. Пока этого не сделали Удам. Понял. Это мне еще на время задание, да? Но я в голову ему засадил. Твою мать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мне этого не надо. А где лось? Лось, 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 лось. А где лось? А, вот, это, наверное, золотой... Нет, куда ты включил? А, вон он. Получилось, да? Нет. Подожди, я копию сделаю. Не хватает, охренеть. Лук. Твою мать. Ешь, 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 ешь. Быстрее, быстрее. Ебаный шаг. Я в шоке. Чтоб вас черти драли. Мне не хватает еще и... Звериной шкур не хватает. Серьезно, я их сейчас 1 000 000 штук получил. А где лось? Он что, уже ушел? Нет, вон он только выходит. Сейчас, подожди, стой, 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 я тебя догоню. Нет, Удам пошли вообще нахер. Вот эти вот олени вообще. Я не буду с Удам вообще связываться. Хотя, пускай они... Подожди. Так, а я пока мясо съем, чтобы хп пополнить. Вот, и он довольно-таки далеко от Удам уже ушел. Они тем более одно копье в него кинули. Вот, слушай, мы... Там быстрее. Нет, подожди, подожди, пока меня не убили, я мясо съем. Подожди. Я в тупике. Ага, все. Слушай, какой он мощный. Опа, отпрыгнул. Успел. Да твою мать. Не-не-не, подожди, не добивайте меня. Только не добивайте. У меня мясо есть. Мясо, 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 мясо есть. Отлично. Есть, быстрее, быстрее. Собирай, собирай, собирай. Быстрее. Потом с Удам я ее уже разберусь. Так, отлично. А теперь мясо, 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 пока меня не добили. Есть. Завершено, наконец-то. А теперь валим отсюда. Или все? Да, шкура редкого рыжеволена, тело лося. Так, отлично. Так, теперь нахрен. Я пойду просто... изготовление. А что я тут могу изготовить? Ох ты. Редкий северный кур... Ну, можно. Давай. Это что? Двуручную дубину прокачал, да? Или что это? Это где вообще? Это вот эта вот двуручная дубина. Давай попробуем ее сразу. Ганшотит, прикинь. Вообще топ. Может, у них шкура редкого... О, звериная шкура. Отлично. Давай сразу Ага, только одно копье я смог сделать. Ну ладно. Так, а что по заданию? Есть еще новое что-то? Нет, по заданию нового ничего пока больше нет. Ладно, изготовление. Но мне все равно надо для нее, для деревни сделать... Угу, шкуру редкого оленя, но я не нахожу. Ты видишь, я уже бегал сколько. Давай-ка назад. Здесь я вижу лосей, вот он. Еще, то есть олень. А, ну нахер, там волки. А, их очень много. Хотя они сейчас пожрут их, и отлично. А я шкуры соберу. Как падальщик, хожу, блин. А где он тут? Да, сука, заебете с этими дебильными кнопками. И чё? Слушайте, а где вообще олени? Нихера себе. Да ну нахуй. Их штук 40 там. Не-не-не-не-не. Это топиры, да? Топиры мне не нужны. Мне нужен только олень. Олень, олень. Тут где-то еще бегали, помнишь? Когда за лосем охотились, тут олени бегали. Так, вон, олень. Фу, лось. Тут слишком много волков. Мне это не нравится, нет. Давай-ка посмотрим, что я вообще еще могу сделать. Сюда я хрен заберусь. Так, вот здесь я... высокая сложность. Не, пока я не рискну, спасибо. Давай вообще сейчас сохранимся на всякий случай. Так, сохранить. Давай вот сюда куда-нибудь, да, сохранить. И теперь, теперь, теперь. Я не... Так, что за звук? Ну это топиры вроде, да? Да, это топиры вот эти вот воют. И за ними волки бегают. Так, а мне надо какую-нибудь либо новую территорию сейчас захватить, либо... Да давай, в принципе, его задание попробуем выполнить. Почему нет, да?
Плохо, что к нему сразу нельзя телепортироваться. О, я понял. Так, давай, как его поджечь, это правая кнопка мыши, чтоб я не замерз сразу. По-моему, с ним тоже какой-то косяк. Помнишь, я задание не мог у него начать из-за чего-то? Сейчас надо проверить, из-за чего. 120 метров, ну слушай, далековато бежать, тем более по снегу. Аккуратно спрыгиваю. Прокатит? Да, прокатило, отлично. Так, если что, я волков могу отгонять огнем, так что отлично. Так, козочки мне не нужны, мне нужен редкий олень. Где редкого оленя искать, я не знаю. Вот это мне не нравится, что в Far Cry, что в пятом, что в Primal сделали эту херню, что я должен, сука, тратить часы просто на то, чтобы найти какую-то там шкуру. Давай, палки тоже соберем. Этого мне делать просто нехер, да? Убегать, охотиться, блин. Я в шоке просто. Ух, сука, как я звал. Ну, тут поджечь надо или что? Вот, судя по всему, поджечь, да? Ну, по-моему, я начинал уже. Кстати, особенность. Может, есть особенность какая-то? Так, дополнительно, чтобы разблокировать это задание, вам понадобится навык наездник на мамонте. А, мне нужен навык. А где, что из этого наездник на мамонте, наверное? Так, вот, наездник на мамонте. Нужно 2 очка навыка, у меня нет. Понял, значит, это задание я пока не выполню. Тогда. Тут есть олени где-нибудь еще? Поохочусь, может, повезет немного. Так, я помню, вот сюда я телепортировался, но теперь там шакалы уже. Вот, олень есть, отлично. Вот отсюда. В смысле, в данный момент перемещение невозможно. Схерали вообще. А вот так. У меня просто сейчас олень отсюда убежит и все. Чуть странно. Наверное, после из-за того, что я рядом с миссией стоял. Не-не-не, теперь погасить огонь, все. И теперь побежали. Не могу еще? О, могу. Но только всего 3. Мало. Мало-мало-мало. Если что, я сейчас все равно оленей убью и сделаю. Ой-ой-ой-ой-ой, как мне тут спуститься? В воду прыгну, я не умру. Хотя в воду, что бы я умер, правильно? Все-все-все. Об камни, конечно, чуть не распидорасился, но ничего страшного. А, это враги, да? Так, это мои. Это, я так понимаю, мои на них охотятся, да? Нет, это ягуар. Тогда нахер надо. Не-не-не-не-не, сами с... Да вы что, гоните? Да нахер вы против меня охотитесь? Между собой охотитесь. Все, я успел убежать, отлично. Все, пусть они между собой охотятся, мне это не надо. Мне нужны только олени. О, мамонт, ну нахер. Я помню, как мамонта нереально уничтожить. Не-не-не, возьми обратно копье. Мне нахрен надо вот это вот мамонты, я с ними не буду биться. Тем более мне и не надо. Мне шкура мамонта не нужна. Так, кабан, койот. Слушай, ну тут должен быть олень вообще-то. Так, олень, олень. Вот он. Сука, в смысле мимо? Попал, отлично. Надеюсь, там копье не сломал. Ну, если что, я сейчас шкуру... Нет, копье я сломал, сучки. Шкура оленя, ага. Ну, обычная, да? Жир зверя, звериная шкура. Так. Все равно редкого оленя я не собрал. Вон, они еще есть. Может, я что-то не то делаю, ты мне просто объясни. В смысле, я промазал? Попал, отлично. Ну, тот убежал, ладно, фиг с ним. Там уже я с ним разберусь. Так, на меня кто-то напал, подожди. Да что ты делаешь? Да, возьми дубину. Какого хрена кабан на меня вообще напал, слышишь? Еще и ягуара я слышу. Не-не-не, нафиг, ягуар. Сука, он бежит на меня. Напал. О, смотри, с 2 ударов мочит ягуара. Нихера себе дубина. Но там от меня убежал олень. И второй. Здорово. Да подождите, не пугайте вы их. Я так не смогу поохотиться из-за вас. Ты косой. Кстати, может, я твое копье заберу? Нет, походу, не заберу. Где еще олени тут были? Они, походу, убежали, да? Я такая шкуру редкого оленя я реально не соберу. Где мне его, блядь, находить? Я уже сколько оленей замочил, а? Мне мяса хватит, чтобы прокормить всю свою деревню на год вперед, а? Где это? Где? Есть еще где-нибудь олени? Вон, вроде, нет? Нет, это вроде не он. А здесь? Ну, я слышу всякие звуки животных, но я не вижу конкретно оленя. Так куда ты, блядь, залезь нормально на камеру? Вот он, олень. Есть. Сука, он развернулся и убежал в другую сторону. Мудак.
Падла, ты какого хрена вообще вылез? Так, ну здесь нет сзади меня оленей, да? Походу, единственный олень здесь это я. Бегаю, сука, собираю. Зачем мне это вообще надо? Подожди, ну куда вы побежали? Вот куда они побежали? С хера ли они вообще побежали? Че ж вместо бинокля, ебаная сова, который хер отметишь? Давай присядем на всякий случай. Может повезет, то так я наткнусь на оленя. Есть где? Вон, я вижу далеко. Вот он. Смотри, какой красавец. Сейчас прям обязан. Сука, промазал. Серьезно, и они испугались. Спугнул, сука. Но я хотя бы вижу, куда они убежали. Давай копье заберем. И, естественно, я копье сломал. О! Ну, хоть в кого-то есть попал, отлично. А если стрелой еще задену, нет? Так куда? Дубинка хотя бы... Сука, они пробежали прям мимо меня. Заебись, вот это я ненавижу. То, что копья у меня, сука, всего 4 штуки. Это очень мало. Шкура оленя, звериная шкура. Опять не бесконечно. А чего мне не хватает теперь? Палок, серьезно? Пиздец, блядь. Сука, какой подкат, не пугай. Я слышу, вот. Они звуки издают, где-то рядом должны быть. Где-то вот здесь. Ага, но они опять побежали. Ага, ягуар опять на них бежит. Он одного кого-то там сожрал. Давай посмотрим. Мать, их что, тут двое? Их тут двое было, прикинь. И походу нет, мне показалось, что он его сожрал. На, падла. Че, еще один? Нет, одно что-то мимо пробежало. Слушай, как много тут ягуаров, я не могу. А это пантера еще. Не лучше. Слышишь? Да возьми ты дубинку. Давай им мясо. Он сдох, нет, он просто убежал. Так, отлично, еще один олень. Ну пожалуйста, он редкий. Ай, сука, даже шкуру не дали. Пидорасы. Че это за звук? Че за... Да вы гоните, да? Смотри, сколько я собрал уже шкур. Просто кусков мяса. Я не знаю, мне уже мест не хватает. И я не могу найти шкуру редкого оленя. Где я ее должен еще найти? Давай хотя бы... Так, это опять это... Заебешь ты. Как я еще не попадаю, а? Пока, поплавай. Нет тут больше, нет. Никакого оленя. Нет, нет, нет. Здесь нет никакого. Здесь тоже. Там кто-то сидит в кустах, срет, видимо. Вот они. Не бегите, не бегите, не бегите. Остановитесь хотя бы где-нибудь. Так, есть. Попал в одного, отлично. В одного попал, отлично, идеально просто. Прикинь, снайпер какой. Даже с копья убил. Так. В мешке больше нет места. Последнее копье. Сука. Все равно не... Я не знаю, все, я сдаюсь. У меня нет шкуры редкого оленя. Я просто не нахожу, на этом все. Очень поможешь, если напишешь комментарий, поставишь лайк. Скоро увидимся.